А вот герои следующего сюжета пока преступников не ловят. Они студенты высших учебных заведений системы МВД. В столице Чувашии год завершился зимним кубком лиги особого статуса Международного союза КВН «Подъем». Смех в погонах. Сегодня жители столицы Чувашии присутствуют на особом КВН. Шутят полицейские, сотрудники правоохранительных органов. Не чужды ли остроумие и чувство юмора людям серьезной профессии? Смотрите сами. Итак, КВН «Подъем» образовали больше 10 лет назад. Ее штаб-квартира находится в Москве. Но игры проходят в самых разных городах России. В основном в тех, где хорошо развито движение КВН. В Чебоксарах зимний кубок разыгрывается впервые. Хотя своих КВНщиков в погонах в Чувашии пока нет. А все потому, что в республике нет специализированного учебного заведения, готовящего кадры для службы во внутренних органах. Работа в полиции – это в первую очередь быть ближе к народу. То есть и помимо этого мы высмеиваем какие-нибудь, подмечиваем смешные ситуации, которые происходят между сотрудником органов внутренних дел и обычным гражданином. Смягчающие обстоятельства, большое будущее, новые кадры. Их разыскивает полиция, 30 грамм юмора и женская сборная из Уфы. 6 команд из разных городов соревновались за звание чемпионов и главный трофей. Большой зимний кубок лиги «Подъем». А играли участники только один конкурс «Приветствие». Это полиция. Чем сегодня будете удивлять чебоксарские зрители? Что приготовили? Сибирский юмор. Жесткий, хороший, качественный. Красноярский зритель нас очень любит. И необычный юмор, что действующие сотрудники полиции шутят, это очень нравится людям. Отличается ли юмор сотрудников силовых структур от юмора, ну, обычных КВНщиков, обычных лиг? Ну, в целом он такой же, но отличается лишь только тем, что больше внутренних шуток. Шуток про полицию конкретно. Итог игры. Сразу два кубка. Зимний кубок лиги «Подъем» и кубок главы администрации города Чебоксары ушли в одни руки. Команде КВН из Красноярска. Ярска 30 грамм юмора. А наша полиция на самом деле очень находчивая. Представьте, казус на допросе. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.